Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Дождались мы янтаря. Янтаря пришло очень много, и обработанного, и необработанного. Сначала покажу. Заказала вам четки, потому что после последнего видео всем понравились очень четкие. Вот так они у нас выглядят. Здесь янтарь зеленоватый. Даже не то, что зеленоватый, а прям такой темно-зеленый. Четки. Вот такой основной, так скажем, большой янтарный. Она на всех чуть отличается. Центральная. Собственно, сами четки, вот они. Дальше одинаковые. Чуть разные по размеру. Одни покороче. Эти вот вторые чуть подлиннее. Сейчас сравню. Попробуем, насколько. Вот это у нас коротенькие. Так, сейчас расположим, чтобы было видно. Это у нас длинные. Покороче, которые четкие идут 2400. Сейчас все-таки вот так уберу, чтобы нам было повидней. Шикарный здесь янтарь. Все натуральное. Это делает нам Калининград. Четки нам делали по спецзаказу. Вот их 5 штучек нам приехало. Так, эти покороче 2400. И подлинней вот такие. Эти 2600, повторюсь. Четки пока есть. Одни четки сделали нам эксклюзивные. Они, конечно, дорогие, но там крупные бусины шикарнейшего янтаря. Вот такие вот четки. Здесь большой вес. Вот такая замечательная кисточка. Тут совершенно уникальная такая, если можно сказать, янтарина. Кусок прям выточен, вот эта часть. Сейчас поймаем фокус. По цвету все подобрано. Шары крупные. Это, конечно, либо себе брать, либо кому-то в подарок, кто вот увлекается. Но четкие уникальные, они одни. Вот мне одни предложили. Думаю, дай возьму, вдруг кому-то из девочек очень понравится. Четкие 7500. Но янтарь, повторю, здесь очень крупный цвет. Вот вы видите. Очень все красиво сделано. Так, это по четкам. Дальше. Давайте кольешки посмотрим, всякие разные. Вот такие у меня два колье. Бабочки. Похожи они на бабочки. По длине 56 и 58, цена 2380. Сейчас мы поближе. Здесь вот по-разному нанизаны янтаринки. Очень классные, очень пестро смотрятся, ярко, необычно. И на лето самое то. Они, смотрите, какие пестренькие, легенькие. И совсем получается недорогие. Так, дальше девочки просили янтарь. Мы этот раз закончили до 1000. Этот у нас сейчас пойдет от 1000. Покажу сначала вот эти. Ваши любимые разляпушки. Ваши любимые матовые одни бусы остались. И, конечно же, и молочный, и медовый. Матовый остался одна штучка. Бусинки овальные, матовый янтарь. Длина 47, цена 1060. Разляпушки есть вот такие, медово-молочные и чайно, такие, чайно-лимонные. Медово-молочные. Вот такие у нас шикарные разляпушки через бисеринку. 50 сантиметров, цена 1070. И которые чайно-лимонные, поярче вот такие. Здесь у нас 53 сантиметра, цена 1080. Хорошая нитка молочно-медового, плотненькая. Вся такая взбитая, кусочки крупные. 50 сантиметров, цена 1180. Вот такая нитка, тут прям
шикардос цвет. И бусины крупные-крупные. Дальше. Разляпушки лимонные. У меня их три нитки. Вот такие они пестренькие. В разные стороны разляпанные. Смотрятся широко. И очень, так скажем, весело, живенько. Ниточки получаются не тяжелые, но очень хорошо всегда смотрятся. 55 сантиметров, цена 1260. Так, они все по 55, и цена на все одна. Вот такие ниточки. Дальше еще один крупный медовый остался, нитка большая, 46 сантиметров за 1350. Тут тоже цвет шикарнейший, от большего к меньшему, куски крупные. Вот такие всякие разные. Янтарь. Вообще очень-очень классные цены еще. Вот это прошлогодние. Сейчас будет янтарь. То, что молочно-медовый, уже приходит все дороже. И одна самородная осталась с большими-большими кусочками. Длина 46, цена 1360. Вот такая вот нить. Здесь крупные, видите, мало обработанные. Их мало-мало шлифовали, чтобы сильно не спиливать эти все самородные кусочки. Тут где-то с включениями. Вот такая вот красота. Так, теперь по поводу зеленых всяких и лимонных. Я их сейчас покажу прям связкой. Они все идут одной длины. Там 150, каких-то 152, 154. Сейчас намотаем. Но все разной ценой, в зависимости от оттенка и от веса. Нитки длинные. То есть можно в несколько сложений. Можно сделать себе и бусы, и браслет, и колье, и серьги. Примерно вот такая ниточка. 2340. 150, повторюсь, сантиметров. Сейчас по оттенкам посмотрим. Я их не стала развязывать. Они у меня вот все связочкой. Просто сейчас начну развязывать. Все запутается. Оттенки вот всякие разные. От лимонно-зеленых до совсем болотно-зеленых. И разные в зависимости от оттенка и от величины бусинки идет и цена. Тут вот есть совсем, видите, мелкие. Они будут подешевле. Те, которые покрупнее зеленые, он идет чуть подороже. Сейчас мы доберемся до ценников, чтобы мне не путалось. Примерно попробуем по ценам сориентировать. Вот такие вот зелено-лимонные. 2340. Какие вот эти потоньше ниточки. Они по 1650. Повторюсь, все 150 сантиметров. Вот не стал развязывать, чтобы все не запуталось. Кого заинтересует, можете написать Вайбер, WhatsApp, потому что на витрине этого еще ничего нету. Я вам подберу и по цене, и по длине. Вот такая ниточка 1880. Вот такой светленький, более лимонно-зеленый 2340. То есть собирали вот как натуральный был. Оттеночки мне разные сложили. Потоньше 1650. Более лимонный опять попался. 2340. Ну, в общем, вот примерно в такую цену. Вот такой зеленый. 1880. Так, ниток у меня всего 10 штук. Так что смотрите. Зеленый сейчас разберут быстро, девочки. Его вот такого зеленоватого мало. Так, отложила. Что вам покажу? Давайте перейдем мы. Давайте колье, и потом всякие сувениры посмотрим. Колье пришли цветами. Очень они классные. И, конечно, у них в зависимости от цвета, они по цене различаются. Сейчас я их разложу. Белые всегда подороже, которые медовые, и все остальные сейчас будут чуть дешевле. Начнем с маленьких цветов. Давайте с белых. Вот такие получаются кольешки.
Здесь и замок, все есть, хотя они через голову и так пролезают. Это совсем-совсем белые молочные. Далее вот такой цветок. От него еще три ниточки. Он вот так плетется, потому что там очень много янтаринок. Они все насаживаются на ниточку через проволочку или через леску. Собирается вот цветок из многих-многих. И получается вот такая шикарная штучка, еще и с подвесками. Очень красивое колье. Белые идут по 3200. Они все длинненькие, но замочки все равно еще есть. Так, вот это у нас идут беленьких, осталось 3 штучки. Уже потому что вчера через личку у меня кто мог, уже спрашивал про янтарь. И медовый. Медовый по 2400. Тоже такая же ниточка идет. Длинненькая, на конце цветочек. И вот такие три подвесочки. Они, в принципе, ну, по цвету одинаковые. Немножко отличаются цветочки. Ну, как говорится, кто первый напишет, тому еще выбрать дам. В основном цветы похожи. Какие-то просто побольше по разляпистей. Вторые поменьше, но погуще вот так. Тут, как говорится, на вкус и цвет. Они все по 2400. Так, это белые с медовыми. Сейчас еще одни достану. Прямо из мешочка все, что есть. Тут по цветам всякие разные. Вот такие потемней. Вот такие тут и с зеленым, и с лимонным. Вот такие идут с градиентом от светлых к темному. И на цветочке также от светлых к темному. В общем, они все независимо от цвета идут по 2100. Эти получаются самые недорогие из цветов. Есть вот всякие-всякие разные. Сейчас давайте тоже посмотрим по одному. Потом мне будете скидывать фото, какой вам приглянулся. А я уж буду смотреть, что осталось. От темного, значит, через вот такие светленькие. Вот такой цветок идет. Цену сказала, они все по 2100. Раз. Точно такой же еще один есть. Два. Которые зеленоватым. Здесь вот светленькие и темно-зелененькие цветочки. Тоже их две штучки. По-разному, видите, чуть сделаны центровые. Которые лимонные градиенты. Вот от лимонного, от светлого идут к темному, темному. И цветы сами такие же. Так, этих, по-моему, три. Да, градиентов. Вот три цветочка. Вот такой вот медовый с зеленым. Один. И вот такие цветочки тут. И чайный. Такой густо заваренный, скажем, чай. И медовый. Тоже немножко разный. Тут побольше серединка, здесь поменьше серединка. Вот такие все по 2100. Так, теперь большие цветы. А, давайте под маленькие. Под маленькие все цветы. Есть резинки для волос. Или просто резинки, если вам нужны. Обычная резиночка. Они все, вот кроме одной, одна попалась бежевая, остальные все черные. И такой же цветок здесь. Ну, здесь, наверное, даже побольше. Сейчас туда их закину. Секундочку. Ну, нет, такого же размера, как вот в этих кольешках цветы. Резинки все по 800. Отличаются тоже только цветом. Медовые. Вот такие вот резиночки. Вот такие посветлей. В общем, всего тьма тьмущая. Фотографий пока нету. На витрину ничего не выкладывала. Кому надо, пишите вайбер, ватсап. Вот это красивая какая. Прям такая резиночка. Все цветочки
резинки для волос по 800 рублей. Очень классные девчонки. Из янтаря вообще шикарно на лето, у кого длинные волосы. Так, резиночки. Большие цветы смотрим. Большие цветы. Давайте буду по одному. Они дорогие. Получаются не дешевенькие, но тут совсем шикардос. Так, они немножко по-другому сделаны. Сейчас как бы мне разложиться. Сейчас соображу, чтобы ее по всей длине показать. Немножко запутались тут. Сейчас вдруг. А, вот все. Вот идет. Нет, сейчас возьму другую. Когда все путается. Идет длинная вот замка. Длинная кольешка. Разделяется с каждой стороны еще на три. В конце цветок большой, крупный. Он в два раза больше, чем предыдущие. Сейчас я для сравнения достану. Это поменьше, эти в два раза больше. И здесь получается по 6 подвесочек, ну, как продолжение вот этих трех колье. В общем, вся эта красотища. Сейчас я ее сверну вот так, чтобы вам было видно. Вот вся эта красотища, они все разные по ценам. Эти идут 4500. Они у меня по одной штуке, взяла на пробу. Если надо, еще потом дозакажем. Дальше. Вот этот цветок. Также идет 4500. Но он по цвету, как предыдущий, мне кажется. Вот этот чуть посветлее. Этот как-то помедовый. Дальше идут светленький, тоже разделяется на три. Дальше вот такая вот красотища, крупная, большая, тоже все аккуратненько сделано, работа очень трудоемкая, и тут у вас на шее уже все такое богатое будет колье. Это у нас 3650 цветок. Дальше желтенький, молочный. Тут совсем такой крупный. Тоже разделяется на три висюлечки. Вот такая красотень. 5700 этот цветок. Но здесь за счет цвета молочный, конечно, идет подороже. Но этот, наверное, тоже один из самых больших. Так, вот такой цветок идет. Вот такой у нас цветок идет. Большой, крупный, тоже трехрядочный. Трехрядный. Это 3650 также. И, конечно, самый крутой — это белый. Он просто обалденный. Здесь шикарнейший, белейший янтарь они подобрали. Просто вот белейший. Какой могли. И цветок. Вот такая вот красота. Цветок большой, крупный. И в основном он, конечно, весь, за исключением, ну вот прям некоторых. Чуть они в желтоватость. А в основном он, конечно, весь белый. Цветы большие. Вот смотрите по ладони. Они практически на всю ладонь. Ну, белейший, шикарный. Дорогой, девочки, но шикарный. 8250 этот цветок. Он получается у нас самый дорогой. Здесь из-за цвета. Белый всегда дороже всего. Так, что еще хотела? Сувениры показать. Вот такие мешочки. Это для тех, кто увлекается либо литотерапии, если я не ошибаюсь, да, лечение камнями, либо при простуде. Чуть-чуть подогреваете и дышите вот этим вот. Можно его высыпать, ну, то есть какую-то чашку потом завяжете, янтарик. Здесь просто, ну, такие необработанные, обработанные, все кусочки вперемешку, достаточно мелкие, в основном, конечно, необработанные. От него запах лучше идет. Вот чуть-чуть нагреваете, либо так рядышком выдыхаете, либо, повторюсь, через мешочек. Но мешочки, конечно, греть не надо, он все-таки
синтетические. Можно в руках нагревать, да? Те, кто камнями лечится, ну, там насыпаете или прикладываете прям мешочком, как вам удобно. Так, эти штучки у нас по 200 рублей. И дальше по сувенирчикам, если кому-то надо на подарочки, янтарные кошельковые мышки. Они все разные по цвету. Кладете в кошелечек, говорите: мышка, селись, денежка, водись. Это просто как милый сувенир или подарочек. Вот такие мышки с хвостиками и глазками. Они по 70 рублей. И ложки. Вот такие вот ложечки. Тоже денежные загребушечки. Тоже по 70 рублей. Тут ложечка, там две янтаринки. Все, по поводу заказов. Все лучше Viber, WhatsApp. На витрину еще ничего не выкладывали, ничего не фотографировали. Viber, WhatsApp, группы ВКонтакте, Instagram. На виртуальную витринку выложим, но чуть попозже. Поэтому лучше мне фото Viber, WhatsApp. Все данные внизу под видео. А я вас всех люблю. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.